Это Матвей Мечков. Гордин. Бросок. Еще бросок. Александр Гордин. Не удавалось ему забросить шайбу в матче с капитаном. Он делал передачи, в основном результативные. Ну, а сейчас сделал счет уже 3-1. И тут такая борьба идет между Мечковым и Гординым. О! За право называться лучшим бомбардиром. Так вот, у Мечкова на сегодняшний день 18 плюс 10 за 46-х. А у Гордина 13.